И всем пофигу, никто не пошел руну забирать. Колян, дай в топ-донате побыть хотя бы 30 минут. Блессер. Спасибо огромное за подписку. Пока не могу посмотреть, не могу понять, кто же это был. Вот, а это был у нас товарищ RitoXXX. И спасибо за донат. А, у вас там борьба за топ-донат с киллером. Я теперь понял, почему залетают просто по полтишочку молча от колена. Он обычно, когда борется за топ-донат, таким вот способом иногда перебивает молодых. Не получишь. Давай драться, блядь, питон. Вы видели, как я его тупо развалил? А, я понял, блядь. А, это союзный, ебать, я обосрался. Слышь, ты дурак, что ты, куда ты бегаешь, блядь? Дурной. Я даже штормом был разговор. Да ты пугаешь меня, что ты не отменил? Я испугался, обосрался, под себя дал одну сливу. Если ты понимаешь, о чем я. Дурак, блин. Бежит! Шторм умер, оно бежит! Все равно, сука, больное! Это не вопрос, братишка. Найс, Колян. Спасибо, Колян. За донат. Я не вижу, какие суммы, но явно больше сотки заехало или сотка. Блин, была бы сейчас шрапнель, было бы лучше. Это все из-за спиритбрейкера. Я реально обосрался. Я вижу, кабан бежит. Думаю, все, приехал. Дурак, что ли? Нихуя себе. Я не понимаю, я реминант разрядил какой-то или что произошло? Куда у меня хп исчезли вообще, не пойму. Братан, это как бы все. До свидания. Хорош. Это до свидания, как бы. Я, короче, куча реминантов, да, разрядил? Потому что у меня резко все здоровье исчезло. А я вроде бы не хотел их разряжать даже. Ну, желания точно такого не было. Пацаны, а вы что тут теперь? Это вот будете грязью заниматься, да? Так, ну у парня на шторме все очень плохо. У него нету сапога, у него тупо нулик и банка. То есть он за 6 минут форманул себе только банку. У меня уже фейзы аквила есть, поэтому... В принципе, все норм. Глянь, пуч стоит в засаде. Давайте его на хук разведем. Конечно, блядь, наивный. Он думает, что я АФК стал, что я такой дурак, чисто сейчас на хук попаду. Братан, у тебя шестой есть? А, нету. Так, шторм минус, пуджан долбит. Он пуджа не убьем, нормас. Нормас, шторма убили, это главное. Подожди, тут уже вивер. Вивер, насколько я знаю, это враг. Так, а что по рунам у нас? По рунам у нас ничего. Так, ну я предлагаю закупиться. Я предлагаю Драгонлэнс в этой катке сделать. Ладно, давайте пуджа разведем еще раз. Ну они все такие наивные. То есть, ну, если стоишь 2 секунды на одном месте, он думает все, что ты застыл и сейчас будет тебя убивать. Добей его. Сэр, так точно, сэр. Хорош, братан. Всё, 681, отлично, бармен. Блин, как я попал в колючки, я не понимаю. Я не понимаю, как я в колючки попал. Я стоял на месте, не двигался, и колючка тупо напротив меня, ну, подо мной появилась, я бы даже так сказал. Стрей, привет.
Ты здорово. Когда-нибудь сыграешь во что-нибудь другое, кроме Дот? Никогда вообще. Только не перебивай. Нет, мои буду. Мои зрители ждут очень этого. Я понимаю, что ты не хочешь. Но разве трудно потратить пару часов ради тех, кто спонсирует тебя? Ради тех, на чьи деньги ты живешь, или ты ЧСВ? Нет. Ничего против ними. Нет. Я не ЧСВ, просто я считаю, что стримить какую-то игру ради того, что ее кто-то хочет, но я не хочу в нее играть, ну, это хуйня. То есть я по такому принципу не стримлю. То есть я стримлю, вот я хочу играть, я подрубаю, я хочу шпилить, я играю. А если не буду хотеть играть, то зачем мне с кислым ебалом сидеть и, типа, знаешь, как вот некоторые люди, типа, на работу ходят, им работа нихуя не нравится, но они там чисто сидят, штаны протирают, да, лишь бы, так сказать, ЗП-ху получить, и потом они ходят, говорят, что, типа, пиздец, у меня работа хуевая, все заебало. То есть я так не хочу делать. То есть если я не хочу, то я не делаю, все просто. То есть мне не хочется играть в доту, я не подрубаю стрим. Мне хочется играть в какую-то игру, я ее обязательно, братан, подрублю. Вот, но играть во что я не хочу, я просто смысла не вижу, но это тупо. Это очень тупо, я считаю. Хорош. А что ты как-то не... Авикрис, удачи и приятной игры. А верите ли вы в бога императора человечества, так как верят в него мои братья по ордену? Спасибо за донат. Я не понимаю, что ты хочешь, что ты имеешь в виду. Чего с тобой? Блять, шторм. Это такой шок сейчас был. Стример идет на Игромир? Да я не знаю. Не звали пока. Пока не иду. Не рассчитал, Блэд. Блять, вы там все боретесь? Я уже другому донатеру отвечаю. А вы уже боретесь. Спасибо за 55 рубасов, киллер бро, и ты до этого 125 кинул. У вас с коленом заруба здесь пошла, чисто на тоненького. Почему не в клеточку? Это из-за расты. Это херня из-за расты. Я не знаю, эти паузы стоят, я вот хочу сейчас на фею напасть, и понимаю, что ничего из этого хорошего не выйдет уже. Это не видюха, все нормально, пацаны, это... Кого Раста берет в сетку, тот надевает клетчатый костюм. То есть, вот видите, Пудж, он тоже в лассо был, он тоже в клетчатом костюме. Шторм в клетчатом костюме, вроде бы. Фея в клетчатом костюме. А вот если я нажму на Вивера, то он, скорее всего, еще костюм не надевал. КНК666, спасибо за первый месяц Twitch Prime подписки. Добро пожаловать. И Калгете, спасибо огромное за первый месяц Twitch Prime. И добро пожаловать. Welcome, братан. Welcome. Крысу в чат, ребят. Дайте пару крыс. Тут два молодых по первому месяцу. Блин, мне вард дали. Пойдем вверх ломать потихоньку. Блин, мне вард дали, а я... Я даже не забыл про него. Или я его ставил, это второй вард, я хрен знает. Он вивер, видите, еще не клетчатый. Это его еще за говно не брали просто. Спасибо, Акиме Суики, за первый месяц Twitch Prime подписки. И добро пожаловать на канал, да, также. Да, все хорошо, потом пауза уже. Вот. Ну что, гол уже... А, ну у меня пауза еще есть. Блин, что он ливнул? Блин, что он ливнул, я не понимаю. На миде шторм, 6-й левел, сапов прикупил. Ну, то есть у шторма все отвратительно, просто отвратительно. У него левела нету, у него денег нету. Поэтому пока что все хорошо для нас. Вебка не работает, говорят. Ага. Я-то иду... О, кстати, она должна быть чуть больше. Потому что чуть карту видно из-за вебки. А я, в принципе, ну, я имею в виду не саму карту, а ну, прямоугольничек этот. Вот, вот так вот. Такая вебка должна быть. Это да. Гол.
Так, главное жука не поймать. Кря-кря-кря. Так, ну я башню бью. Черный храмовник. Здорово, братан. Неужели вы не знаете про бога императора человечества? Неужели вы не знакомы со вселенной боевого молота, также известного как Вархаммер 40 тысяч? О, я не знаком, честно скажу. Ну, я играл в Вархаммер, но с вселенной я не знакомился. Я тупо играл как генералов в этот Вархаммер. Пять ебаных. Вот, поэтому не знакомился со вселенной, но шпилил. Ну, в стратежку, которую. Я там знаю, сейчас что-то есть Вархаммер какой-то, типа... Ну, типа как Вов, что-то такая хуйня. Но я не уверен. Привет, Стрей. Да, Дрова. Можно ли мне роспись? Можно тебе. Стрима. Тебе я можно. Собака, ты собака. Спасибо за донат, тебе можно. А ты ссылку оставил на свой ВКонтакте, чтобы я, собственно, роспись оставил? Или, по-твоему, я должен сам найти ссылку на твою страницу? Спасибо за донат. Конечно. Блять, это такой клоун на вивере, это пиздец. Да нет, нахуй вообще играть просто. Вы видели, оно как больное бегает. В смысле, мы выиграем игру. Слышь, ты че такая дерзкая? Поставьте паузу, обновите, если у кого есть. Это рецепция. Спасибо, Денка 1, за первый месяц Twitch Prime подписки. Добро пожаловать. Спасибо за поддержку. Вот он я. Вот он я. А я тебя вижу. Хо-хоу! Хеллоу, май френд! This is Gabe Newell. Thank you for playing Dota 2. Конечно! Погнали стрелять! Прикиньте, у иллюзии рейндж больше, чем у меня. Не, не больше. VQ ERRFS2. Спасибо за подписку, братишка. Добро пожаловать. Добро пожаловать, братан. Спасибо за поддержку. Вот. Я бы все плюнул. Сам. Силы тьмы крепили свои сооружения. Не, я ссуй. Ладно, пойду на мид. Что-то мне стрёмно на самом деле здесь стоять. Короче, умер... у меня два чувака сдохло. Бар и Феникс. И есть такая проблема. То, что у меня в команде обезьяна ливнула. Ну, она еще не ливнула, но, по-моему, осталась одна минута. Надо паузу. Ага, вот, через одну секунду. Поехали. Поехали, поставим паузу. Но на самом деле эта игра может быть проиграна, если обезьян ливнет. Просто такая проблема. То, что у нас один кор получается, это снайпер, а у них вивер, шторм и ВРК. У них три. Получится игра 3 на 1, так бы было 3 на 2, но учитывая, что у нас есть Феникс и Раста, то более-менее нормально. Вот, но так как 3 на 1, шансов будет очень мало, я вам честно скажу. Советую познакомиться. Есть замечательная серия книг про комиссара Кайфаса Кайна. Получишь море удовольствия.
есть в свободном доступе. Спасибо за 100 рубасов. Ну, я тебе так скажу, вселенная Вархаммер, вот мне не особо интересно. То есть она мне не особо была, она мне никогда не была интересна. То есть я играл в Вархаммер просто потому, что это была классная игра по сети. Там строишь базу, там юнитов, бла-бла-бла, пошел воевать, все дела. Вот, все круто. То есть я просто играл в нее и все. То есть я как-то не заморачивался, знаешь, вот как например, с каким-нибудь Варкрафтом, там, да, где ты знакомишься со вселенной, все. Вот в Вархаммер что-то не было так интересно. Ты говоришь, во-первых, somebody играют, ты говоришь, мне впора. Блин, мне что за игры сегодня? Вторая игра опять кто-то ливает. Где он вообще есть? Просто время еще раннее. Я не думаю, что ему батя лицо разбил и забрал. Шторм цепанил снайпером, Вивер цепанил снайпером. Да нет, у меня спасать можно. Все окей. Там он, короче, был 9 минут назад в сети, он не перезайдет. Играем вчетвером. Придется 4 на 5 шпилить, аша. Усложняем, а то слишком легкое на снайпере. А сами понимаете, что легких игр на снайпере в принципе быть не должно и не бывает. Поэтому... Да, надо пушить. Ну, как сказать, пушить? Пушить надо, но мы не сможем. Только не продавайте его шмотки пока. Пусть стоит АФК. У него там что за шмотки? Легких игр на снайпере быть не должно. Спасибо огромное за подписку. Your Gamer, наверное, да? Спасибо за первый месяц. Надеюсь, правильно прочитал твой никнейм. Welcome, братан. О, обезьяна перезашла, блядь. Это шутка какая-то. Пиздец. Братан, ну ты вылетел, короче. Свет отключили. Свет отключили, извините. А ты где живешь? Ты где живешь? Красноярск. Бля, вот это ты... Ну мы сдержали паузу. В городе, брат, в городе отключили. Я понял, мы по две паузы давали, короче, они отжимали. Блять, снайпер, что это такое кожу знаком? Смерч. Ну я выиграю вам, попытаюсь. Да мы выиграем в любом случае. Победитель тупо. Спасибо за донат, братан. Снайпер, ты не стресс? Го-го-го. Пацаны, кто с Красноярска? Ну-ка скажите, правда свет вырубали или пиздоболыч? Бля, я не попадаю вообще. Дайте я возьму. Что? Ты не стрей случайно, говорю? Я нет. А что ты пиздишь? Сейчас зайди на стрим, посмотрю. Кому на стрим? Я не стримлю. Попаните? Хесоям 196, братан, также спасибо за подписку. Блин, что сегодня много-много молодых очень. По первому месяцу, таких, знаете, сладеньких, сочненьких, маленьких мальчиков. Спасибо огромное за подписку. Надеюсь, тебе здесь понравится и ты продлишь, братан. Welcome. Блять, еще Wi-Fi вырубался долго, пиздец. Давай, погнали пушить, Wi-Fi. Снайпер, а ты пиздобол, оказывается. Чего? Снайпер, а ты пиздобол, говорю, оказывается. Почему? Обоснуй. Я зашел на стрим, и там ты стримишь. Какой стрим зашел? Я не стримлю. У меня комп не тянет. Да, конечно, Ваня, то я не вижу, да, нашу катку. Я не знаю, что ты видишь там, я не стримлю, я тебе серьезно. Ну, я не стрим, снайпер, я твой стрим не смотрю, но смотрю видео. Да я не стримлю, делают, я знаешь? Не стримлю вообще. Да, 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 конечно, да, расскажи мне. Там засада снизу была. Я не стримлю. Короче, говори, что делает. Да я все же увидел, бай, ты что, тупой что ли? Кто я? Я говорю, ты что, думаешь, тупой, бай, ты зашел на стрим и не посмотрел? А еще я слышал, то не я. Что ты у нас, бог, не да, конечно, да, что там наша катка? А можно посмотреть? Ебу, блядь, кто-то рестримит, наверное, рестримит просто. Игрок. Ну, очень. Не удивил Пуч ни разу. Успокойтесь, блядь. Стрим не стрим, играйте просто. Да-да-да, стрим не стрим, играем. Не рыгайте только.
Я вот раз. Спасибо, черный храмовник, еще за сотку. Получилось, так... Сейчас попало. Спасибо огромное, братан. Не, я на Эмпере не играю, братиш. Жду, пока что-то изменят в доте. Пока ничего не поменяют, на Эмпере шпилить не буду. Магнус предавал. Магнус предавал? Что, блин? Шо, я что-то перестаю понимать донатеров. Меня это пугает. Магнус предавал. Френдли палатка. Спасибо за донат. Что, блин? Какой еще Магнус предавал? Давайте, дорогие. Фея 12 левел. Это много там. Личка нужна. Хорошая. Шельма, умри. Хорош! Тебя видно, сука. Давайте. А, вивера застилили. Дай разок ляпну, и ты умрешь. Хедшот! Юху! Видали, хедшот дал в шторма, и шторм ливнул. Это хедшот был, наверное, с монитора слива прилетело, прям въебало. Ну, прям там просто въебало слива прилетело с монитора. Аж кепка улетела, наверное, на 10 метров. Он, наверное, в кепке шпилил. Центральная башня противника разрушена. Тупо хедшот дал дураку. Ну зачем он паузу ставит? Он до конца ливнул. Да все нормально. Он пока еще не может смириться с этим. Просто. На меня напали. Спорим, меня сейчас пуч вытянет. Привет, бро. Удачного стрима. И, кстати, блядь, а можно выжить? Подписки. Можно выжить. Убивайте. А, вы умерли? Ну ладно. Я просто знал, что меня пуч вытянет, потому что это стрим-снайпер. А стрим-снайпер будет тянуть только стримера. Это было супер очевидно. Я лоху побал, блядь. Да бывает, сейчас подхилимся, развалим их. Все, сейчас я БКБ куплю. Силы света укрепили свои сооружения. Бля, пиздец, знал бы, что это Стрей, взял бы другого героя, нормально бы отыграл. Ёбаный стыд. Да все нормально же. Ты, блядь, третий раз играю на ёбаной баре. Подфармил его немножко. Ты за него только бегаешь, блядь. А кто там, макака, кто у тебя сзади ходит и звуки издает странные? Не знаю, блядь. Обернись, там никого нету. Сука. Нет, серьезно говорю, там кто-то сзади. А я боюсь, брат. У тебя брат есть? Да. Сколько ему лет? 13. Родной или приемный? Родной, родной. А, ну это главное. Скажи ему, что он родной. Погнали, пацаны, у меня есть все, что надо. Можем по миду пойти бараки сломать. Погнали по миду. Да забейте на низ, мы сейчас бараки им на миде сломаем и пойдем по низу. Пару фраз любого ВХФага для справки. Магнус не предавал. Лиман Рус Жаквашник. Кровь богу крови. Черепа тройную черепов. Сжечь этих еретиков. Пиздец. А еще фраза «Гордость моего ордена Танкрет превозмогает». Пиздец вообще. Я вот это слушаю и нихуя не понимаю.
Последние новости. В Белгороде пропала 13-летняя девочка. Возможно, она и стала жертвой сатого педофила. Последний раз ее видели на площади Ленина. Вокруг девочки крутился усатый мужчина со следом от наушников на голове. Просим проявлять бдительность. Спасибо за донат. Держи в курсе. Пиздец, блин, больные, конечно, люди. Блядь, давай хук мне, я уже жду, откуда будет. Ну, очевидно, что хук будет в меня. Это мне супер очевидно. Я хочу понимать вообще, как скоро. Я исчез. Вижен исчез тоже. Исчез я и исчез Вижен. Ёбаный рот. Ебать, я ему дал. БМ. Я читаю, сколько любителей Warhammer'а тебя смотрят. Это такой мем из Вафи. Если что. Правда? Я больше по части Warhammer Fantasy Battles и, само собой, Total War Warhammer 1-2 классная стратежка, как по мне. Кстати, Магнус предавал это точно. А еще Хаос Саса. За Императора, Сигмары и Стрелы. Вот хейтеры, блядь. Кто там бэйбэкнул? Надо было добивать, а не стреляют. Что ж а потому что я, он бы сейчас Blade Mail включил. Я боялся, что оно включит. Поэтому я не стрелял. Я решил дать патрон, чтобы магией убить его, пока я в БКБ. Понял? Понял. А он так сожрал меня. Нахуй ультовал, вот только что объяснил. Сетка заканчивалась, и если бы я продолжил бить руками, у меня было мало хп. Он бы нажал Blade Mail, и я бы себя застрелил. А я нажал ульт, чтобы с возвратки себе сливу не дать. Блядь, что-то, знаете, как шторм ливнул, стало заметно сложнее. У них денег появилось больше. Вот как шторма не было, было классно. Что это за хуйня? Бабосик, пока. Что ты делаешь? По-моему, я сразу понял, что это хуйня. Блядь, я тупанул. Сразу палку дал. Ваша центральная башня разрушена. Палец на курке так и чешется. Надо просто пуджа убить и все. Угу. Вот тут согласен, потому что он заебал меня, этот пудж уже. Вообще надо пойти Рошана убить какого-то. Конечно. Может, Дарквилла? Да. Кого-нибудь надо убить. Тут вард. Вот вивер. Побежал. Вот тут надо ловить. Ага. Ему навстречу фея идет. Да. Блин, вивер побежал хрен пойми куда. Хорош. Го по миду. Нам надо барак сломать, задолбало уже. И вот, понимаете, у меня есть и БКБ, и Shadow Blade, а я все равно умираю. Вчера против меня играл снайпер, когда у меня в команде, на секундочку, спектра была. Он был без Shadow Blade и без БКБ, и он не мог умереть. Понимаете, хуйня какая? Вот, пожалуйста, блядь. Я все. Вот как люди играют против снайпера. Бля, чуть-чуть не повезло. А где вы были, пацаны, пока меня пиздили? А мы макаку. Мы убивали двоих. А-а. Давай, давай. А что ж ты не бьешь?
Вот эту дуру. Ебать. Блин, я не знаю, а что мне купить, чтобы меня не убивала ВР-ка. Blade Mail собрать себе, ебать. Просто я больше не вижу вариантов. Или ГОСТ купить. Либо МКБ купить и типа стрелять по ней в ответ, но я не знаю. Пацаны, вы понимаете, что вам надо меня охранять, а не бегать за кем-то? Потому что враги все скиллы дают в меня. За мной бегает ВР-ка, фея, вся хуйня. В итоге вы меня пропиваете всегда за бесплатно, пацаны. Вот. А когда вы меня пропиваете, как показывает практика, вы нихуя не можете сделать без меня. Поэтому, может быть, надо меня не пропить? Как вам идея? Просто убейте, нас поймали, то есть меня поймали, они да меня не, спасали. Да не, это нахуй тебя спасать, меня надо спасать. Убейте эту шельму. Соси. Солянова. На недельку. До второго. Солянова спиздил фраг? Не, убил дуру, отомстил. Блять, куда вы дальше идете? Ну, убили, хорошо же. Еще пуля. Однажды я гулял возле садика ночью, и на меня напал усатый мужчина в наушниках. Сука. Когда он делал свои дела с моим девственным телом, он шептал крысу в чат. Всё. Спасибо за донат, конечно. Но вы больные, по-моему. Такую хуйню пишете. Это охуеть просто. Мы дальше идем, два героя в таверне, а их всего четверо. Да-да-да. Фиг, что мы херню придумали, надо было Т2 сломать сверху, снизу. Просто мы упоролись в этот барак. Мы втроем идем опять. Все дело в том, что это был вражеский снайпер. Запомни, да. Вражеский снайпер, педик. Союзный снайпер, долбоящер. Не, не долбоящер, просто меня убивают. А вражеского снайпера спектра, не... спектра, прикиньте, с радиансом и блейдмейлом, у которого 1400 хп, у снайпера, она его не убивала. Уходим. Уходим, топ идем. То есть это пипец вообще на самом деле. Такой стыд. Готовы мы? Действительно, готовы. Фокусим пуджа, гениально. Меня так пиздили. А где ВР-ка? А, у нее уже талант. Я все. Бля, у ВР-ки талант неуязвимость. Вопрос, сука, одни проблемы от этой ВР-ки. Только да или нет. При использовании ответа. Он еще нам бы вместе вот подраться разок. Чтобы... Значит, просто ощущение, что реально нас трое, а их семеро, а не нас пятеро, их четверо. Ты сделал на первый вопрос. Меня убили просто с самого начала. Да я понимаю, какого хуя тебя убили? Почему ты один бегаешь? Ты сейчас несешь гем отдавать? Там путь соло убил. Так не надо я умирать. Я морду снимаю. Два вопроса. При использовании ответа он исчезает. Чё, блядь? Это какой-то подъёб, по-моему. Спасибо за донат. Может, Раша? Ну, это хорошо, Раша. Просто мне, на самом деле, Аегис ничего не даст, если все так же продолжится. Что вы будете где-то бегать, мы будем драться 4 на 4, хотя мы 4 на 4 не вывозим, нам только впятером драться. Просто я не знаю, почему мы не можем, блядь, вместе пойти, как-то собраться. Сейчас Рошана можно, я бы Аешку взял, тогда я не буду бояться их.
Vision нужен на VR-ку. Есть гем вроде. Ее на VR-ку надо фокуснуть. VR-ка больше всех делает. Она меня убивает. Я забуду на нее разбег брать. Погнали. Бейте, я сейчас подойду. Надо откинуться шрапнелькой. Нормально, да? Фарм такой чисто. Пошел. Да у нас гем же. О, побежали. Кому-то пизда. ВР-ку побить. ВР-ка минус. Ребят, меня ебут уже. Спасите. Ебать. Ебучий вивер, блядь. Рошана добить. Вы видали, на какой пиписке? Я подпушу, идите добивайте. За счет Аджора выжил, потом Феникс начал хилить. Вот что значит стрелять. Блять, да ну... Вы можете подойти? Сейчас ВР-ка сюда прибежит. Давай, развали мне еще. Еще мне кажется, что сейчас с пауэршота сдохну. У меня ощущение лютое. Я отхилился. Да иди нахуй со своими башами, урод! Сейчас отхилимся. Феникс. Go Shrine. Яй, пися! Спасибо за подписку. Добро пожаловать на канал. Шаман, не дай, потом к нам иди. Добро пожаловать! Welcome, братан. Welcome. Крысу в чат, ребят. Все, осталось какую-нибудь бабочку, либо Дейдалус замутить, и все. Все, поехали. Только все вместе. Да пофиг на низ. Пофигу на низ. Ломаем просто топ и все. Идем по низу. Только у меня ТП нет. А, ну давай. Ты саб пропустил. Так я и пися саб. Еще, а, еще был саб. А, Тимофей долбоеб, я понял. Спасибо за подписки, парни. Просто, видимо, была драка. Вот. Это вот и раз, там уехал. Да, вы мне дадите поиграть, ебаный в рот. Пиздец, меня, по-моему, я, ну, я включил сатаник, но он мне ничего не дал. Меня просто в секунду разъебали. Бля, вы можете перестать меня, блядь, со всех сторон ебашить? Давайте дальше, два байбека. Барак надо сломать. Я лоу хп, я отошел от дефа. Извините. Давай, все, отходим. Отходим. Блядь, Шельма, иди нахуй. Блядь, да и дай вы, сука, хейтер, пизда тебе. Тебе тоже, блядь. Пизда мне, по-моему. Ухожу в тень. Ушел, блядь. Блядь, какие же это хейтеры. А, так ВР-ка сдохла все равно, нормально. Ну, я знаю, что они стрим-снайперы, но они при этом хейтеры лютые. Ну, не знаю, я вот попался чисто случайно с тобой. Стрейла Шок 1, спасибо за подписку, добро пожаловать, братан. Я только, короче, стрелять хочу, меня уже жрут там. Меня там уже что-то хлопает. Гудвин или кто? Гудвин, проект, блядь. Гудвин, вытаскивай меня. Блядь. Ебать там, у Пуджа 7000 здоровья. Ебанулся.
силы тьмы укрепили свои сооружения. Ой, блядь, как же они задолбали хейтить. Почему нельзя просто взять и проебать? Почему? Почему-то это надо бегать за снайпером, фокусить его постоянно, блядь. Почему просто нельзя проебать игру, которую ты не можешь выиграть? Что за люди? Я не понимаю вообще. Ребят, ну гол по низу. Все вместе только сейчас. Вот по одному, не надо умирать. Погнали, все вместе. Вы должны понимать, что враги... Феникс, кстати, ты меня сейвить можешь, если что. Вы должны понимать, что они все бегут тупо на меня в драке. Вот просто. На меня бежит Верка, на меня прыгает Фея, меня старается вытянуть Пуч, и возле меня всегда бегает Вивер. То есть их вроде четверо, но они все... Вы взял снайпера, да? Они... Да, вам ваша задача меня засейвить. То есть все, кто возле меня, те в драке. То есть, пока вы бежите куда-то вперед, непонятно куда, они в туза заходят, а в тузе я стою обычно. И меня в туза начинают душить. Пока не трогают вроде меня. Ебать, тир. Ебать, вы видели тир? Это тир. А ты пошел, что же снова? Да я, ты шо, блядь? Кого, куда? Я фонтанный убийца, блядь. Сдохнешь, блядь. Что за придумали вот это? И ты сдохнешь. Я снайпер! Хорош. Центральная башня противника разрушена. Центральная башня противника разрушена. Не, ну все, я отомстил всем хейтерам. Опа, байбек от хейтера. Сюда тебе шрапнели. Что, спасибо за игру, пацаны. Себе на стрим. Спасибо за катку. Поменьше стрим снайперов. Поменьше, естественно. Конечно, поменьше. Сколько урона я дал? 44 279. 2-2. Блин, одной смерти не хватило. Надо было все-таки разок сфидить, чтобы красиво было. Блин, ну такая, знаете, на снайпере, то есть опять, начало хорошее, потом начинается вот это вот middle game примерно, и уже становится тяжело. Реально становится тяжело. Начинают очень сильно душить. Вот. А концовочка вроде повезла. Стрей, пидорас, свен, медоед, стрей, говно. Ты ебаный абсос, я срал тебе в рот. Потом спустил на губу, и ты выпил мою струю. Энди, хуйсос. Стрей, соси, писос, подчеркивание. Кстати, чуть не забыл, иди нахуй, стрей. Иди нахуй. Ладно, едем дальше. Так, значит,